Привет, дорогие друзья. Привет. Еще один день в Стамбуле. Мы едем на метробусе по делам. И надеюсь, что в этом видео все-таки вам покажем основные достопримечательности. Вот так вот мы с Эйханом стоим. Бирсан. Вот так вот стоим. Ну, короче, 38 минут, но такое ощущение, что это вечно. И покажу вам сейчас, что у нас за окном. А за окном у нас вот такой вот Стамбул. Дождь, серо и сплошные дороги, машины, люди. В общем, пока что ничего особенного. Дорогие друзья, прошло 3 часа с того момента, как мы сели на метробус. Закончили пару дел в центре. Сейчас едем на последнюю встречу. В общем, какой Стамбул вы видите? Серый, дождливый и очень холодный и неприветливый. Сейчас мы идем на метро. Покажу вам метро в Стамбуле. Сеть метро, кстати, очень развитая. И, возможно, в следующем видео, если мы не улетим раньше в Аланию, то в следующем видео вы увидите основные достопримечательности в конце ноября в Стамбуле. В общем, переворачиваю камеру, покажу вам, что здесь происходит на улице. Ничего интересного. Вдали уже виднеется вывеска метро на таком красно-синем фоне, буковка М. В общем, идем сейчас туда. Руки без перчаток, очень сильно мерзнут. Метро в Стамбуле не очень глубокое. Вот так вот выглядит станция. Нужно ехать вниз на лифте. Также здесь есть вот такие вот аппараты. На них можно проверить, сколько у вас осталось денежек. Так вот кладете карточку, у нас осталось 14 лир. И дальше идем. Вот так вот выглядит карточка Стамбула. Сюда можно класть денежку. Еще вниз эскалатор. Я чуть раньше сказала, что не очень глубокое метро, но оказывается метро достаточно глубокое. Это не такие уж и старые станции. Историю стамбульского метро я не знаю, поэтому, если вам интересно, читайте. Сейчас мы спускаемся вниз на станцию. Мы едем в район Шишли. Sayın yolcularımız, hafta içi tüm araçlarımız 8 vagondadır. Lütfen peronda bulunan kırmızı bölgelere doğru ilerleyiniz. Поезд подъезжает. Проезжаем через мост. О, галата кулис, вот он. Отлично, плюс. Покажу вам
слышала, как уходит метро. И система метро выглядит вот таким вот образом. Мы, например, находимся сейчас на Осман-Бей, и можно доехать во многие части города. Вот эти вот станции еще планируют построить. В общем, система не очень такая запутанная, но очень-очень удобная. Вот так вот выглядит станция, на которой мы вышли. И наверх на эскалаторе поднимаемся наверх. Эхан, как дела? Нормально. Холодно? Нормально. Несмотря на все минусы Стамбула, общественный транспорт в Стамбуле очень классно развит. Метро, метробус, трамваи ходят постоянно и очень часто. Поэтому можно доехать, сменив различные виды транспорта, очень быстро, но очень быстро, за час-два в различные стороны города. Поэтому это очень-очень большой плюс в таком огромном городе. Без пробок на общественном транспорте можно быстро добраться, ну, в принципе, куда вы захотите. Выходим мы из метро. Наконец-то мы выходим на улицу. Вот такое, ну вот, друзья, метро в Стамбуле. Опять идет дождик. Мы сейчас отправляемся еще на одну встречу. И дальше уже пойдем гулять по центру. Друзья, мы уже опять спускаемся в метро. Закончили нашу встречу просто потрясающе с одним турецким дизайнером. Великолепная девушка, но пока я вам ее не покажу, пока мы не достигнем каких-то договоренностей. И опять спускаемся в метро и едем в центр на такси. Ну, в общем, старый город. Очень проголодались. И постараюсь показать вам основные достопримечательности Стамбула. Проверяем, сколько у нас денег. У нас 9,85, нам хватит. Проезд стоит 1,80 рубль. Спускаемся вниз. Вот так вот выглядит перрон. Бак United Fashion Oregidri. Вот так чистят мусор. Мы приехали на такси в центр Стамбула, на улицу Истикляль. Такси Мейдан АКМ. Thank you.
Burada şimdi biz geleceğiz. Ah, geliyoruz. Ayhan, Ayhan. Hadi, ben. Есть также туалеты и музыканты. Еще один эскалатор. Ахан, ярылдын мы? Устал, очень устал. Площадь Таксима изменилась, ее что-то здесь перестроили, строят. Мы здесь были, наверное, два года назад, поэтому посмотрим, что здесь происходит. В центре строят здесь большую мечеть, и отсюда начинается одна из самых главных и классных улиц Стамбула, Истикляль, улица Истикляль, по которой ходит вот такой вот красный трамвайчик. А перед Новым годом и в Рождество этот трамвайчик, на этом трамвайчике ездят музыканты, джаз-музыкант, и играет музыку. Очень классно все это смотрится. Ну и, конечно же, настроение создает невероятное. Отсюда начинается главная улица и самая наша улица, любимая Стамбула, несмотря на погоду. Вот он, трамвайчик. А все самое главное интересное вы увидите чуть позже, в следующем видео. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Айхан, пока-пока.